Google, Apple и 13 других компаний больше не требуют от сотрудников наличия высшего образования. Сегодня экономика по-прежнему является излюбленной сферой для ищущих работу. Однако претендовать на ее получение теперь могут не только ультраобразованные специалисты, но и претенденты без какой-либо степени. Недавно сайт поиска работы Glassdoor составил список из 15 лучших работодателей, которые заявили, что они больше не требуют от заявителей получения высшего образования. Давайте же взглянем на тот список компаний, в которых можно получить работу, не имея диплома о высшем образовании. Итак, вот они. Google, Ernst & Young, Penguin Random House, Costco Wholesale, Whole Foods, Hilton, Publix, Apple, Starbucks, Nordstrom, Home Depot, IBM, Bank of America, Chipotle, Lowe's. Так что если у вас уже есть высшее образование, поздравляем, встаньте в очередь, если хотите устроиться на работу в Google. Всем удачи и успехов на пути достижения своих целей. С вами был Мигрант Медиа.